Перевооружение теплосетей на улице Ташкентской в этом году одно из самых крупных в Самаре. Протяженность участка более 1 километра. Эта труба обеспечивает горячей водой и отоплением как жилые дома, так и множество объектов социальной инфраструктуры. Участок важный. Зимой подключено от данного участка 372 потребителя, в том числе 312 многоквартирных жилых домов. Работы идут по плану, материал весь в наличии. Возраст коммуникации на этом участке перевалил за четверть века, отмечают специалисты, но уже скоро его обновят. Компания «Т-Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении с системой оперативного диспетчерского контроля. Она позволяет определять место порыва с точностью до 1-2 метров и дистанционно из центра мониторинга качества отслеживать техническое состояние коммуникаций. Жители обновления поддерживают и говорят, главное, чтобы зимой было тепло. Можно потерпеть, когда это все капитально и надолго делается, без всяких прорывов. Модернизацию теплотрассы на Ташкентской планируют завершить к середине августа. Полностью восстановят благоустройство к концу сентября. Во время подготовки города к будущему отопительному сезону Т-Плюс планирует заменить более 40 километров трубопроводов тепловых сетей. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.